Всем привет, с вами Максим Кузнецов. Сегодня я вам хочу рассказать про свой недавний лот, дорожная техника, каток российского производства 2015 года выпуска в отличном состоянии. Мною был приобретен на публичном предложении за 1,5 миллиона. Техника находилась в городе Пермь, поэтому осмотр проходил дистанционно. Заказали специалиста, который сделал нам несколько фотографий, произвел видеофиксацию. Мы посмотрели, нам понравилось, и я заявился на период. Был единственным участником торгов, и конкурсный управляющий предложил заключить договор купли-продажи. После выигрыша лота доставили технику в город Рязань, после чего произвели некоторые ремонтные работы, вложив около 120 тысяч. И сейчас техника будет реализовываться на продажу. Планируем продать ее примерно за 2 миллиона 400. Если вас интересует данный лот для покупки или для продажи под инвестора, ссылка на объявление будет в описании ниже. Не бойтесь рисковать, зарабатывать на торгах. Вступайте в НААП. С вами был Максим Кузнецов. До скорых встреч.